делаю фишки для нарт. Станок вот роутер, третий Каменский завод. Твит. Фреза 0,5. Заглубление 0,3. Диаметр фишек 27, по-моему, 27, да. Делается на боковине. Десятка срезается, буковая. То есть распустил, толщиной ее сделал 1,5, где-то 1,6. Ну, там не суть важно. Фиксируется двумя шурупиками. И вот она пошла, потом обрезка идет. Четверка фреза. И глубину прорезаю 1,2. Затем эту конструкцию на ленточной пиле проходишь, и фишки выпадают. И, в принципе, быстро, удобно. Лишних заморочек. Но это все шлифуется. В принципе, на все изготовление уходит там минут 30. Вот что получается. Спасибо за просмотр. Всем пока.